Так, наконец-таки я зайду, блядь, на самого нормального своего. Чё, будет пати закинь? Я ж кидал тебе. Ты это хоть сейчас понял, ты танчить хоть? Ну, мягкий пати. Ты на неделе все не будешь доставить РС нам? Или что, давай. Знаешь, чтобы я вам поставил РС. Не надо Тухан, Провокатор, Старик, чтобы они были 100%, плюс все остальные, кто были сегодня. Чтобы, блять, были шансы убить этот РС. Чтобы все были, блядь, кто нормально одетый, у кого нормальный ДПС, чтобы все были, блядь, на этот РС. В противном случае РС нету смысла ставить. Я бы с удовольствием ходил бы, убил этот РС без проблем. Но просто я не хочу туда идти, когда я заведомо знаю, что у нас ДПС не хватит. А у вас когда РС будет? Когда? Войт. Я в ФГ плюсану. Давно уже пора это убивать. Да. Просто, блядь, это не желание или хуй его знает некоторых игроков, блядь. Меня напрягает. А что за шаман? ДД, РДД? Хил. Да, с вами тогда можно сходить будет? Если места будут, возьмут, не будет. А когда будет? Сегодня? Нет. Не знаю. Смотрим. Это из раздела мониторинг. Сделал мониторинг. Попробуй угадать, когда верхи выпадет еще один брюк. Не, я как-то один раз ходил. Кстати, Леха видел, даже строго выбил брюк. Да, видел. Но он с 380-й монетки, блядь. Это. Звучало как унижение по сравнению с тобой. Леха, а можно после резки Кату помочь? Или это долго, нахуй? Ну чё, можем сходить помочь. Там дейтинг. Она же... Женьку, Ката, просто вот... я в командировку уезжаю с понедельника. И там, когда вы будете Кату собирать, адмирал, у меня, возможно, не... Я потому что у нас же король магии гер будет. Нет? А там Кату, наверное, не сильно долго. Он, бля, 10 минут делает. Я думаю, надо справиться. Пианиста вне категории там не собираются делать? Так что нет. Пока нет. Ауди, ты что, уже алмазики насобирал 100-500 тысяч? Я уже там почти на первый плюс собираю. Как вопросить, чтоб на триньку обменяли. Бля, я представляю, ДПС Ауди вырастет, если мы ебаны триньку. Да еще, конечно, хорошо этот. Дайте пати на паладина. Блядь. Забери к себе. Как он сорвался, гантон. Просто нужно бить по тому, по кому танк хуярит рукой. Они хуй по никому. Ты пробудите. Да, шаманы не рвут. Ну ты ж, блядь, рвешь агро как-то. Все не рвут, а ты один рвешь. Все, ну Молния. Ты по остальным целям тоже бьешь. Молния наебашит везде, нахуй. Ну, либо я, понимаешь, автоатакой печать обновляю постоянно. Либо по остальным там просто малый урон уходит. Да понятно, я. Слышь, просто женек слакер, он терпи не кидает и не смотрит за этим. Там Бухан пишет за рейд. Пока не надо. Кажется, 20 тени упало. В рейде 25 человек. Я думаю, хватит. Вторая ката, это сколько? 10 усилков добавится, если сейчас вторую апу. Ну, после каждой ката 10 усилков дают. Нормально. Я уже вчера плюс мне упало там с рулетки, короче, в итоге мне 20 СПД, короче, я поимел. Если на шамана упало, то говно. Чё за фрост маг у нас есть? Ну, народ, нет. Вот что-то в Фростмарк в Т5, что ли? Лёха, ты танчить будешь?
Держи. Да. Тьму свет. Да не без разницы, что. Давай свет. Сумонять кто-то. Че, пока тут сову Денчик вырпал, и мы в три хила идем? Да зачем? Драгон же есть. Не, ну а чё, просто даже я своим этим шаманом соло свет захиливаю. Да тут и хилить особо не надо будет. Карина, ну, вот я-то тоже. Ну, ничего страшного, потусуетесь так. Да, и он даже сейчас в рейде. Этот Гена суманёшь, что он шкаф. А поставил. Почему я не знал? А зачем тебе про его шамана знать? Ну теперь-то я знаю. Ужас. А чё, без ЕП люди типа с рейда пойдут, что ли, или чё, я не понимаю? Пускай идут, потом пускай могут не приходить. На следующей неделе. Дайте шкаф. Если сложно в обычку сходить, поможет тем людям, которые ходят с ними в рейды, да это окей. Леха, я о чем говорю? То, что Женьку вторую карту сделать, когда сейчас мы будем магика будем собирать. Там все равно же пойдем сначала на магика, потом полетим и сразу вторую карту. Да без разницы, сделаем, блядь. Есть время, сделаем. Дядя, я надеюсь, что просто чаю налить. 10 минут задержаться на второй карте, блядь, убить вторую карту, хуйня это. Блядь, заебись, блядь. Вот мой народ ливнул. Да ему-то пофиг. Давайте не обосрёмся, пацаны. Илрей, намажь, чтобы снять исцепление. У нас ханта нету? АФК стоит. Бля, у меня, по-моему, нет уже этого, а, нет. Да хрен с ним захилим. Значит, захилить. Тут не дамажит. Ну-ну. Кирс, адмирал. Локи, беги. Адмирал, блядь, где прохил? Где Ксор? Так он сдох. Он сдох. Причем своего бы не было. Лицо огня. Походу он уже там стоял. Говорят, что РТ еще идет и ГП начисляет. Вообще ДПСа как будто вообще не били. Я в гере даже третий кусок не успел активировать. Стойте АФК дальше. Че, милики бьют, нет? Аккуратно. Со второй копии или с первой? Вторую. Драгонсон, ты в танке? Да не спеху. Такая дата случается. Все, поехали.
Ты первого заберешь. Первую вот. Ну, первую копию, да, я заберу. У кого в 10 такой страстный женский голос? Блин, это я микрофон. Женька. Адмирал на адмирале. Адмирале другой чел. Почему? Зонтик на себе. На его мага куда что другой заходит. Ну так зонтик уже на себе сидит. Адмирал или адмирал? Кирс, уйди оттуда. Маркес, уйди, сейчас ёбну. Быстрее добьёте Кирса. Триста баф бафнули. Триста бафа даже нет. Реги гильдии не оплачивают. Один и каски не бафаются. Здесь произошли страшные события. Да? Mm-hmm. Еще паладины сейчас каски бафать не будут. Нихуя никто баф не видит. Один без бафов вообще. Ну почему паладины могут точно наш, да, раскидать? Так и бристы могут точно раскидать. Он просто не всегда отображается мертвяку. Моментально. Как вчера на леди ты хотел сказать. Серьезов нету в этой. Не ходи, адмирал. И ты меня не предупреждал вообще. По поводу того, что ты отойдешь. Адмирал, мы слышим какой-то зой, выключим музыку. Оф. Лёха, так у тебя как брони с проком кольца, да? Да. Я думал, у тебя постоянный прок. Ой, не прок, а кап. Сколько тысяч брони кап? 45. Ну, для тех, кто 80 уровней боссов бьет, для тех 45. Все, поехали. Китай тотем. Л
Леха, скажи, что как-то можно сделать так, чтобы ты 5 протопал крита? Да. Наконец-то я понял, как ты сделал 40 тысяч урона. Осталось понять, как ты кританула. Че, давайте одного хила в ДД. Ты хочешь в ДД побыть? Нет. Там покупатель на Груль Магик онлайн зашел. Так, вроде спектр на фрейтер. Я хочу похилить, а не постоять АФК. Во тьме... Во тьме два шамана, пока тут свет Денчик, адмирал. Цвет пианиста достается и хулипал. Третья, четвертая пати в тьме. Первая, вторая выйдут свет на третью. Человек на пол. Можно рыбу? Я... Можно манну чем-то отпить? Да, рыба там, либо манна. Вот-вот соскользнет в бездну. Видимо, нельзя. Поздно. А что, можно пристабав таки? А, все, вижу. Каких вот забав не хватает? Чё, Лёх, ты начнёшь тогда, да? А я потом зайду. В смысле? Или мне начинать? Ты ж шму захотел, да? Заканчиваешь, ты начинаешь? Не, я имею в виду первый начинать тоже мне. Зачем? А, ну всё. Этот мир вот-вот соскользнёт в бед. Напомнить того дают. Вам выпала честь. Ну, Вудь на позиции стоял, никто не сказал, кто танчит. Страшно. Все равно сорвало. Пиздец, как страшно было, между прочим. Ну страшно, я там сразу, да. Это же обычно. Дыхание даже, блядь, не убивает. Теорит, тем более, он адмирал, блядь, теорит попал, повыше, побежал и почка. Даже щит не пробило. Там щит даже не пробил. Как на циркуле в Гере, блядь. Там, блядь, всем рейдом можно стоять, блядь, в луже и похер. ХП практически столько, сколько в Ере, блядь. В мире сумерек вы найдете лишь страдания. Входите, если посадите. Ебать. Денчик, пошли тоже вот. Заходи. Мы во тьме, если что. Чё ты херню придумал? Там щиту никого нету, поэтому выхожу первый я. Крутимся. Может, это бухстанём в одном? Я скажу, что надо ходить, так что тусуйтесь здесь, пока не... Джокер, давай там бинди диспел. Никто не выходит, я скажу когда. Кто выходит? Можете выходить. Первая, вторая, если что, выходит.
Я не сместись маленько. Питание. Стопните 80%. Видишь, не обязательно кого-то святого оставлять. Конечно, не обязательно. Вот Денчику хорошо, он соло свет хилит, а нас тут 4 хила, нечего. Я адмирала свет отправлял. Да тут вообще хилит тоже нечего. Ты думаешь, что Денчик напрягается? Ты я говорил, да пошли бы в 2 хила. Я ничего не думаю. Денчик, когда последний раз хилку кастовал? Там, наверное, джаги захиливает. Когда еще гера? Да там две вспышки дает, 10. Может, светлую печать поставить и сам хилится, вот. У меня она стоит. Мы его убьем раньше, чем гера, когда что? Не знаю, 25 секунд. Бурстуйте и там бейте вообще. Похер на материале. Фу, слабые. Не можете так убить. Нате вам Геру. Адмирал обрыгался. Как он сдох. Потестить уже. Ну этот рак даже тот умудряется. Он это лезвие потестил. Ну да, свои щиты. Блять, меня в хэмки не режут, лиз. Типа. Нихуя. Нихуя просто, да. Где вообще хоть одна чешка? Куда мы там на какую категорию идем сейчас сдавать? Вторую. Кому там надо? Второй карты. Ну, пока тут. Джокер. А, есть портал, ага. Тыкайте эту херню вещь. Сейчас сумонять там на вторую карту.